гангрена. Гангрена. Ворюги в этом доме живут. Дармоеды. Ну, Витька, ходилка, среднее образование имеешь. Извините, это за мной. Ворота будет требовать хам. Стойте так, только умоляю, не шевелитесь. А я пока спрячусь в колодец. Я ходил посмотреть не буду. Витьки слесаря опять нету? Ах, я не знаю, я ничего не знаю. А что знает? Что знает? Парламентарное выражение дворник богато перемежал нецензурными словами, которым он отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо обступившее дворника, очень негодовало, но не отставало от него ни на шаг. Когда опасность миновала, Виктор Михайлович и Елена Станиславовна продолжили прерванную беседу. Хам, хам, хам! Я тебе покажу, мерзавец, а! Возомнили о себе хамы, мерзавцы, да будет, а? Будет. Слушайте лучше, что я вам скажу. Ну? Вы действительно убеждены, что видели Воробьянина? Да говорю, что это был он, но только без усов. Хам, мерзавец! Господи! Воробьянина! Зачем он сюда приехал, как вы думаете? А как вы думаете? Уж во всяком случае не с большевиками договоры подписывать. Он подвергается хам, опасности, мерзавец! Да. Елена Станиславовна,